I'm the Green Petersburg Hall. Воу-воу. I am Cornolio. Да, зубрить что я. Помпаур. Помпаур? Да я не помню, кто он говорит. I need TP for my bankroll. Откуда это, кстати? Из Бивиса и Баттера. Ебать! Чё, вода? Угу. А, ну это значит близко, это около моего дома. Я не знаю, на каком ты уровне. Ты где? Ебанись. Дэнчик. Есть шкурнуть? У меня тоже вода. Ебанись. Ниже иди. Дэнчик. Ты ниже идешь? Я никуда не иду, я у себя на месте стою. Я шахту себе делаю, нормальный ход. Ебанись, Дэнчик. Ты меня будешь копать? Я тебя докопал, ты сказал ничего не делать. Я тебе сказал, копай дальше, ты тупой. Подожди, что ли? Подожди, сейчас я железо подогрею. Ебанись, Дэнчик. Чё, так, куда копать? Прям. Нихуя, как далеко, это называется, всё, больше не копай. Ты уже подо мной? Понятно. Ты где? Я тебя не вижу. Выше надо тебе идти, у нас уровни разные. А ты где? Тебе копаю. Ок, рэп. Тут вода просто, понимаешь? Факела надо сделать. У меня 53 штуки. Везет. Как они? Мне кажется, кто-то не хочет крафтить ресурсы, и поэтому сидит в лохах и забирает все время все у меня. Я тебя спросил, как, блин, сделать? Ебанись. Уголь и палки, да? Да. I'm Cornolio. I как не ты уже задолбал? Задолбал. Окей. I'm Cornolio. I need TP for my manual. Тупой что ли? I'm the great Cornolio. А, ты уже ближе, чувачок. Я как-то встаю на уровень ниже. Ну что у нас будет такая, ну... Красавчик. Не затуши факел мне, пожалуйста. Мне нравится вот смысл вот этого вот рова, вот объясни мне. Вниз. Вот этого? Спуск. Нафиг, чё это было? А, тут вода текла. О, да, заделай. Угу. Осталось оформить. Тут просекает. Я пойду рендерить. Чё так темно-то? У тебя темно? С моей яркостью тут даже без факелов светло, как в жопе. Здорово. I am Cornolio. I need TP for my manhole. Чё, всё, на сегодня хватит? Ну да. Пойду рендерить и смотреть переснов интересно. Okay. Так что пока всем. Включил так, веб, во-вторых, это игра. Будет середина серии, короче, где примерно, нет, это будет спустя 5 минут после начала. А, это следующий день, если что, мы начали снимать. А, почитали комментарии, что вы написали. Подождите, Васька. Алло. Ну так вот, многие пишут в комментариях, что нас скучно как бы это переваривать. Вот. Поэтому этот придурок решил новое что-то придумать. Да, поэтому я решил придумать кое-что сложное. Вот. А, мы меняем образ жизни, короче.
У нас теперь день это ночь, а ночь это день. Поэтому ночью мы будем строиться, а днем мы будем шахты пахать. Поэтому да. Я пошел к булке в гости. Что? Пошел к гости, посмотри, как я твой дом вообще не видел, если что. У меня там стоит кровать. Не знаю, что там у тебя стоит, вообще не знаю, где твой дом, начнем с этого. Во! Пришел. Слушай, я пришел, говорю, искать твой дом, искать пришел, а что-то я не вижу, где твой дом. Во! Тебе телефон звонит. Неопределенный номер. Алло. Да. Здравствуйте. Петю нельзя, вы номером ошиблись. А Петю нельзя, вы номером ошиблись. У нас нет Пети. Да. Да ничего. Ты слышал в конце? Алло. Нет, не тот наушник, что ли, воткнул? Булка, ну вы слышите, да, что звонят? Я думал, вот фанаты звонят на самом деле, потому что бывает, фанаты звонят. А, алло, что было? Ты слышал, нет? Чё? Алло, Петю можно? У нас нет Петь. Ой, чё, серьезно? Правда нет Петь? Нет, у нас Петь нету. Ну ладно, извините, я такой, извините, до свидания. Я уже начинаю бросать трубку, она такая, что-то начинает говорить. Я бросаю трубку, вот я мразь. Слушай, я искал твой дом, по-моему, я опять заблудился в этом гребаном мире. Заходи, что ли? Нет, знаешь, я тебе сказал, заходи. Захожу. Так, ладно, потом пройдешь меня, короче, к своему дому, а то я не могу не, найти. Не, не запускают. Вот. Не запускают. Ну вот и вышел паук, анна-ра-на-на-ра-на. Запускается. И веселый паук, анна-ра-на-на-ра-на. Слышь, вот и к сусликам вдвоем, анна-ра-на-на-ра. И, блядь, хп нет, нихуя. Ебанись! А, смотри нахуй. Ну, отлично. Я же не раз телепортирующийся этот. Нет, да его не было сегодня. Но за завтра либо. What can I tell? Can you tell me? What happened? What happened with the submarine? А, кстати, кто спрашивал текстурпак, который был в той версии Майнкрафта, блин, в той адвенчер мапе Майнкрафта. Вот она называется Mars Mission Texture 1.9. И если что, та Adventure Map называлась Mars Mission. Насколько я правильно помню. Вот, Mars Mission 1.9. By RS Malek. Вот. Если что, если вам надо, то можете качать. Я качал с какого-то официального сайта. Там моды выкладывают, короче, парни. Вот. И если что, мы играем на дефолтных настройках все время. На дефолтном текстурпаке, то есть. Так что. Да ебанись ты, задолбал меня уже. Я не могу. Чего вы ко мне лезете? У нас день. Понимаете? День. До свидания. Так. Надо сложить на всякий случай вещи, то их так будут проебывать постоянно. Оставлю только... Только вот так вот. Блин. Подождите, мне пишут. Ваську задолбали, честное слово. На-на-на-на-на-на-на-на. Так. Ну пойдем. Блин, я хочу с криперами что-нибудь мощное устроить. Че, дома нет, ума не надо? Я не знаю, где твой дом, еще раз говорю. А ты где? Я вот тебя вижу, куда ты в пизду какую-то пошел. А ты где? Ты около своего дома? Я около тебя. А дом твой где? Крипер, ебанись, пожалуйста. А, вот тот твой дом. И ты крипер ебанись. Да, да. И ты крипер ебанись. Его заебали. Твой дом или чё? Чего? Где? Где твой дом? Вот, ты около мимо него прошел. Вот так вот. Пойдем. Ты где твой дом? Ты меня проводишь? Ну, во-первых, ты можешь к нему из-под земли попасть. Да это я не хочу, я хочу так его. Я хочу найти, как его можно найти, понимаешь? Братья. А, бегей, слушай, ты прав, вообще, не видно же. Просишь, а ты нас не сожрёшь? Я сюда еще не ходил, если чё. Не бойнись. А, да, кстати, я же в трансляции. И кто смотрел трансляцию, помнит, что я играл за Павлика в Майнкрафте. Можно, в принципе, устроить. Вот. Не бойнись, у тебя ресурсов в сундуке. Смотри, дохуя. Это типа крыша.
Ребят, вы чё Булкина убиваете? Я вас сейчас тоже... Вы чё, ребят? Ребят, я хороший, я не Булка. Ладно. Пойду к себе домой. А, ебать. Ебать, у меня есть потолок в синих кубиках. Ну ладно. Не забудьте, у нас в субботу в 7 часов с вероятностью 90% будет стрим. На меня не будет. Блять, как всегда, епт. Опять буду разруливать один. И так у меня уже фанаты больше, чем у тебя. Ну ладно. Надеюсь, у меня не будет звездной болезни. Давайте, кто за Илью, ставьте лайки, кто за меня, ставьте дизлайки. Кстати, да, слушайте, хорошая идея. Только смысл по этому видео, если наберет много дизлайков, будет как-то неудобно, мне кажется. Но... Пускай. Ну так вот, ребят. Хатима, Матима. Не просто со мной поздоровался, так за ней с невидимым другом. Ну ладно. Надо что-то делать, я не знаю. Дай мне огонь. У меня какой-то узкий выход. Дай мне огонь. Можешь взять немного факелов у меня, только. У меня вещей никаких нет. Меня тут нападают, ребят. Это интересный экшен. Не понял, что это тут унитаз сейчас как работает. Унитаз спаясывает. Я совсем так немного у тебя стырил, ладно. Не, это клетка, короче, для булки. Ну такой, хочешь покормить его, так кидаешь. А ебанись, няма. У меня все тело в спиральках. Блин, нафиг я съел это мясо, знаю, что хрен от него хреново, блин, мне от него изжога. Ну, слушай, Булка, давай придумаем очень смешной женский ник. Кому? Срочно. Кому? Да просто так. Чай Липтон. Нет, неинтересно. Точнее, не, уже был. Блин, я просрал. Стоп, стоп. Так подожди, почему я железной киркой ходил, когда у меня было же... Нет, стоп. Ты где появился? Не, все время появляюсь себя дома. Ребят, тоже... здорово! Мне нравится это мясо, ребят. Мне кажется, я очень часто умираю. Мне кажется, идиот. Мне кажется, мне надо забрать мою кирку, тут где-то вон. Мне кажется, идиот. Окей. Слушай, о, мясо из ниоткуда появилось. Мужик. Не знаю, как это пролетело стрелами у меня прям. А овечка купается. Это интересно, интересно. Да. Квадратная вода, ебанись. Ты это не слышал. Не, я это слышал. Ты тут это, я смотрю. Я придурок, не держи. Чё ты мне хочешь стырить? Ничего не хочу стырить, я хочу посмотреть. Ой, конечно! Не хочет он стырить. Где мой железный меч, ты мне можешь рассказать? Точнее, железный... Сука! Ты дурак, я отдам. На место верни, отдаст он. 2 хп, идиот. Не бей. Не бей! Твари, я еще не сохранился на кровать. Мне нравится, сколько мы играем. Скажи Булке, что первая ляпнет, то и будет. Булка, ляпни что-нибудь. Чё? Кто это написал? Хорошо пошел писать это. Хороший ник. Как думаешь, на английском как это будет писаться? I fuck you. Отлично. Бич. Блин, не пишет ВКонтакт. Пишет ВКонтакт. Что за дебил? Я знаю пароль. Я вижу ориентир. Я верю только в это. Любовь спасет мир. Я знаю пароль. Без палева палишь? Да блин, меня прикалывает. А, хорошо, забудился.
Нет, просто пишут, понимаешь? Пишут. Ты дебил просто, тупой, тупорылый кретин. Ты тагил, ты это... Дёрти Монг. Ты свои словечки-то попридержи. Но ты в ГАМАЗу превратишься. Я? Да, это ГАМАЗ как... от тебя не хухры, мухры. Да как ты смеешь говорить? Нас спрашивают. А где мои факелы? Мне нужны факелы. Факелы. Фак елы. Фак е. Фак е. Фак е. Стоп, фак елы. Ну ладно. Все эти так и будут называть. У тебя есть фак елы? Отлично. Я тебя это, я что хотел сказать-то. У нас многие, многие спрашивают меня. Интересно. А читаться как будет чигоу? Да, давай чигоу. Дольче густо, ми густо. Нас многие спрашивают. Нас многие спрашивают. Где Гагатун? Но мы им ответим. Что мы им ответим? Ну, я могу, блин, в принципе, придрочиться, задрочиться и сделать так, как ты говорил. Короче, но на это будет много времени, понимаешь? Гагатун скоро будет, не паникуем и ждем. Значит, мне придется это делать. Угу. Короче, мы ему задолжали. Ну ты меня подставляешь, конечно, пройдешь. Но я думаю, он согласится. Спаси мир! To save the world! In the name of the law. Молчал бы сейчас лучше. Как делать это, говно? А, смотри, значит, берешь еду и добавляешь ее в пищеварительный тракт. И ждешь, короче. Как сделать так, знаешь, окна, как окна, окна? Windows. Парам-парам, парам. Уголек нужен? Долбоёб нужен, долбоёб нужен. Хороший вопрос. Жестоко, жестоко. А вы знаете, что... А вот скажи-ка, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, балабулки отдана. Да. Ведь были же сезоны боевые, да говорят еще какие, недаром помнят весь канал наш про день трансляции. Ты учил, что ли, недавно? Блять, я учил в классе в пятом, наверное. Я тоже. Здравствуйте. Can you tell me, what happened with the submarine? Ёпта, алмазы. Чего-то. Блин, а, слушай, точно, по поводу интерактивчиков. Я только, мне только что осенило. Пишите в комменты лучшие наши фразы в этом выпуске. Ну вот, типа, ебучих алмазов, или как я там сказал. Но только такие, прямо, чтобы вообще ржачные. Если их не будет, супер ржачных выпуски можете не писать. Вот. Короче, тупо вот самые реально ржачные фразы из выпуска можете писать. Ну или не пишите. Мне кирку сломал. Вот, я, может быть, в конец их вставлю, может быть, даже в каком-нибудь After Effects, но это долго, много времени. Короче, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Нахуя в такие игры играть? Меня несколько сразу начал жестить, вот свой режим Булкинон включил. Булкинон, Булкинон, не дело с тобой. Набираю этот ник, запускаю, и оно выключается. Да. А, потому что, блин, а почему оно выключается? Кто? А, Майнкрафт. Это кто спрашивает? Гайдай, блин, чего? Чего? Это ник новый? Почему новый-то? Да, новый. Не пали, кстати, старый ник, а то узнают. И это... Чего? Только почему у него не запускается Майнкрафт, что-то не пойму. Пишет ошибку странно. А почему она, он в скайп не придет? А у него мама дома. Прям разъяснил, знаешь. А если у меня папа дома, то что? Что тогда? Ну так вот, what can I tell you for you, for you, for now? На-на-на-на. Простите, потому что я отвлекаюсь на паузу, но просто у меня важная переписка у Васьки, но я продолжаю оставаться с вами и жестить. Булка в данном, Булкина в данный момент засосала сейчас страшный инопланетянин из фильма Skyline. Skyline? Небесная линия.
Стоп, а можно один вопрос? У меня было две железных кирки и одна... Нет, две булыжниковых кирки и одна металлическая. Металлическую я у тебя отъебал. Ты спер две моих еще и булыжниковых? Сука, одну. Одну. Can you tell me? А, ребят. Блин, они ж пока это прочтут уже. Блять, я спать лягу. Чё делать мне, блин? А чего у Майнкрафт не запускается? У него пишет ник, а потом окно пропадает и все. Чё там надо установить? Всякие C++ и Restributicals. Чё, а чё надо искать? Блин, ты мог бы ещё поуже шахту сделать? Чё тут очень просторно. Спасибо. Да нет. Чё ты тут не надо, как в жопе у тебя. Интернет в жопе? Моё. Мне раз как я мечом начал. А, так ты моим... Чего? То, что делает моя кирка, автоматически становится моим. Окей. Мы друг друга ничего не тырим. Мы русские друг друга, не обманываем. Мы русские? Не обманываем друг друга? Точно, я у нас скачать. Как меня могло не осенить-то? И... No, can you tell me? What happened in the submarine? Ты там играешь или как? Yeah, I'm playing right now, baby, right now, baby, right now, right now. Пойдете криперы приведу. Блин, днем их нет, ну ладно. Спасибо. He's climbing in your windows. Не-не-не. Here am I, whoa, lost and forgotten for this. Real, real time, and I lost time and lost so many. Now, ты, братиш, тебе не нравится, как я пою? Ну послушай, братиш. Here am I, lost and forgotten. Ну, братиш, тебе реально не нравится? Ну, братиш. Ну, ладно, я тебе что-нибудь другое спою, братиш. Давай, давай, братиш. А что-нибудь другое спать? Ну, пожалуйста, ну не обижайся, братиш. Я тебя прошу, братиш. Чё ты мне жопы поворачиваешь? Чё, обиделся? Обиделся. Ну ладно, иди нахуй. Так вот. Lost and forgotten. Это поёт. Гитар, 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 гитар. Oh my god. Не-не, никуда. Hey, man, you have a possibility, swear with me. Оу! Гитар. Ангар. Гитар-тарата. Ангар. Wanna be, I wanna be, how you? Hey, hey. А, кстати, ну там что-то говоришь, там что-то если нажать какую-то левую кнопку мыши как-то там круто, то все объекты заберутся откуда-то. Ты идиот? Чего? Молчал бы сейчас. Ну в смысле, реально, они говорят, типа, нажми левую кнопку мыши и вся фигня очень появится. Понятно. Называется Илья не шарит в Майнкрафте 2. Я серьезно. Нравится часть 2 вот это. Ты можешь сломать? Сука, ты еще и железо спер. Иди нахуй. Ты больной что ли? У меня было 8, 7, 6. 6 железа было у меня. У меня 8 железа, я его только что нашел и пожарил. Сейчас точнее. У меня было 6. Теперь 0. Я не тырил железо, нафига оно мне нужно? У меня в сундуке лежало 6. Да иди. Все тебя не знаю. Где моя кирка? Блин, так пошел ты. Неблагодарный. Вообще. Что ты? Я тебя обиделся, понимаешь? Я обиделся на тебя. Мне нужно пал. У тебя есть дерево? У меня топорик остался. Топорик. А же топорик. У меня тут был топор железный. Ты все мои инструменты спер. Ты как всегда, вот я не знаю. Вот как я сделать. Ничего не тырь. Ты больной, что ли? Все, я отправляюсь в экспедицию на... Ну, туда, короче. Не хочешь со мной поснимать экшен? Хочешь. Ну, мы сейчас отправимся далеко-далеко и посмотрим, как долго сможем выжить. Там далеко-далеко. Есть весна. Там Новый год, жалко, кожу есть нельзя. Да где, где? Ты куда? Подожди, стоп. Давай что? Быстрее. Куда идти? Выходи ко мне к дому и увидишь меня. К дому к твоему? Да. Мясо надо взять с собой. Быстрее. Да никакое мясо, мы просто там пойдем, сдохнем и все. У тебя есть мясо? Нет. А, есть. Отлично. Слушай, быстрее, время на исходе. Уже день начинается у нас. Давай, к дому к моему. Мясо ходи. Дашь? Да, у меня две штуки. Давай, выходи к дому. Вот, сюда, да.
Давай, давай, парень, парень, давай, ты сможешь, я верю. На! А нафига мне сырое? Блять, тебе еще пожарить, что ли? Let's go! Your mama shake it up, moving. Это тут картина Луна, Булкин, Пол. Луна. Как луна. Там интерфейс отключать? F8? А, F8 это. Let's go. F3 не нажимай. Я купил штатив, если что. F8? Я на штативе снимаю. Куда идем-то, идиот что ли? Что? Я не пошел в жопу. Да это, блин, мы на экспедицию. Ну ладно, я пойду один, как хочешь, я буду снимать один. Чё, я пошел за приключением, может, какую-нибудь шахту не ебенную найду. Here am I. I am here. Lost and forgotten for this. Блин, ну бумбокса клевая песня, конечно, Date with another ten. Старая, как, наверное, говно. Но чё? У меня там текст очень, очень круто прет. Говно у тебя в штанах. Как там, припев-то? Да-да. Как не на припев? Как припев там? Блин, там сейчас Хрусталев и Васильев. Кремов. Ну да, я просто вспоминаю все время из Comedy Club этого Хрусталева и Васильева. Не знаю. Я бы не Club из Хрусталев. Comedy Club из Хрусталев? Да. Такой лысый, маленький, он еще Comedy Woman ведет. Comedy Woman или Comedy Club? А, он играет в Comedy Club, а ведет Comedy Woman. Чем отличается Comedy Club от Comedy Woman? А две абсолютно разных передачи. Чем отличается Борецкий от Цикала? Я уже сравнил. Тем же отличается и твоя фигня. От моей. Почему с ней ничего не упадает? А что со свиньи упадает? Я забыл. Мясо, да? Да. Сейчас тебе в комментариях будут бузить, что Булк в салон не пошел, я тут снимаю все один. Бузи сам. Окей. Бузи, 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 бузи. Push me, bam, 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 push me, I can get my satisfaction. Мы еще 12 минут снимем, я пойду монтировать, иначе не успею сегодня выложить. Я и так, наверное, не успею. Отлично, у меня сломалось самое главное мое оружие, поэтому я буду всех рукопашную мочить. Да ты, я смотрю, долбанутый хер. О, да я нашел мой дом. Нифига, мне нравится ровно тут, тут коридорчик такой. Here am I. Lost and forgotten. Нифига себе, блин, вот почему у нас такой нет. У меня тут вот колонна тут такая стоит. Я даже буду... Ебать. Да это же... Это же символ нашего канала, ребят. Сейчас, можно я? Можно я? Подождите, вот представьте, что сейчас вот времени не прошло. Сейчас, секунду. Сейчас, 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 сейчас. Тихо. Да, именно так. Подожди. Блядь. Тихо. Ты дурак? Out of memory. Первый раз в жизни. Да? Ну ладно. Сейчас, давай, грузи, грузи. А, у меня, блин, через Edge. Через Edge? А как через Edge? Че ты шмашь? Я вспомнил просто. Ладно, у меня, короче, глюканул Wi-Fi, я хотел музыку в русскую включить. А, стоп, так... Рис Камакин. Я проебал 51 факел там. Риск Амаген. Сука, как это я мог облажаться-то? Ебать тебя в пизду. Это ж пипец какой-то. Я, кстати, надо какую-нибудь снять серию тупо без мата. У меня такое есть. Сделать день борьбы против мата. И, короче, поговорить с тобой. Не, с тобой вообще очень сложно без мата разговаривать. Если ты был каким-нибудь оленеводом, хотя нет, с ним тоже. Здравствуйте! Блин, я ржу вообще. Подожди, а как мы вчера... Чё? А я думаю, что это за записи в скайпе? Думаю, дай-ка я их удалю. Подожди, я корзину очистил? Ты больной? Я сейчас проверю, корзину очистил. SSSSS. Майнкрафт, Майнкрафт, Майнкрафт. Блин. Ты идиот. Подожди, не может быть. Тихо, сейчас я... Скайп, 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 скайп. Понятно. Так, какой-то скайп есть, подожди. Чё это? Это была первая часть. Блин, это мы с тобой записывали концовку. Всё, я его проебал. Блин, ну как? Здравствуйте. Подожди, это Иван Щербин звонил, да? Не знаю. У меня Майнкрафт завис, подожди. А он нет.
А, вот все. Это. Блин, это был Иван Щербин, я тебе говорю. Окей. Нам, короче, позвонил вчера, и, точнее, добавился ко мне Иван Щербин, мы решили с Булком ему позвонить, поржать. Вот. И он просто нас. Итак, дуэль, у нас сегодня лучник против паукана. Кто же победит? Кто победит? О, победил паука! Паука. Неужели херню кому-то интересно смотреть? Я вообще не понимаю, как надо, каким надо быть дебилом. Я не знаю, 40... так вот, звонит нам Иван Щербин, короче. 40 минут убивать на серию какую-то, смотреть какие-то дебилы. Да не ёбнуты. Вот, звоним с Ивану Щербину и это, короче. И он просто здоровается с нами фразочкой «Оленеводу». А они знают «Оленеводу»? Ну, это который вот там иногда появлялся. Он не появлялся. Он там где-то был. Ну так вот, короче, у нас «Оленевод» все время говорит «Здравствуйте». Мы звоним Ивану, говорим «Привет, привет, привет», он такой «Здравствуйте». И мы просто в ха-ха вообще, я не знаю, решили позвонить потом сразу «Оленеводу» и попросить сказать его фирменное «Здравствуйте». Я снял это на скайп и хотел сопоставить потом, но я сегодня нечаянно удалил эти записи или вчера. Короче, блин, я проебал это. Хуйня, ну блин, обидно, конечно, вообще. Обидно, досадно, ладно, ладно. Блин, короче, мне кажется, мы все-таки забьем на Майнкрафт сейчас и пойдем какой-нибудь Splinter Cell проходить. Который удалил вместе с образом, ладно. Больной шестай. Ясно, ты на сервере? Да, я еще как тут херачу. Мне интересно с тобой поговорить. Я хочу тебя найти. Найти. А понимаешь, это очень трудно. Ты не потеряешь меня, я тебе говорю. Мне нравится сейчас лучник. Запомните этот момент, там в тайм-коде напишите, как он сейчас это забрался на дерево, испугавшись меня. Ты можешь найти меня? Ну. Мне нравится, музыка в тему заиграла. Какая музыка? Найди меня, задолбал. Тихо, тихо, подожди, сейчас. Можешь меня найти? Я бессмертный паук, на-ра-на-на. Стоп, он в конце. Он в конце головой качал в такт музыки, ну ладно. Ты меня найди, идиот. Да блин, я был с тобой. Я был с тобой. Но ты лагал, ты стоял в стене. Я и чего-то ждал. А я тебя нашел, но сервак лаганул. И я не знаю, что мне делать. Ты пиздовал. Так, давайте, ребят, пойдемте к Булке. Нас ждет. Да-да, и ты тоже иди. Все вместе идем. Потому что мне кажется, я Нео сейчас стрелу отражаю. Я стрелу умею отражать, походу. Да, ребят. Нам сюда. Не знаю, сколько он его положил в полете. Да, пойдем. Где взорвался, идиот? Вот и черный паук. Че взорвался? Че взорвал-то? Я ничего не взорвал. Я все их приманил, у меня что взорвалась одна херня у дома. У кого дома? Говорю, я их к себе домой притащил, у меня взорвалась херня. Я вижу, я в твоем голосе слышу, что-то не то. Может, и в моем скайпе слышишь? Мне нравится, как он сныкался тут, вообще красавчик такой. Кто? Да лучник у тебя в шахте пиздит. Я выхожу, он так из-за угла выходит и на меня набрасывается. Может, он еще и бессмертный. Да что за херня вообще? На хардкоре почти... играть нереально, ребят, тут все бессмертны. Почти дошел до меня. Дойди до меня полностью. Включаем объектив. Ну ты зайдешь? Мы до Булки найдем на-ра-на-на-ра-на. Ебани! Что-то я вспомнил момент злости. Вот так вот тебе ничего не напоминает, не? Глубоковат. Ты больной идиот. Почему? Ты не знаешь просто, как я отсюда выбираться буду. Вообще-то знаю. Прыгай. Полностью прыгай. Чё там ты, слышь? Не порти только ничего, ладно? Там всё сделано уже. Я не порчу. И сервак не закрывай, когда пойдёшь монтировать её. Хорошая шутка, мы снимаем. Ну, в смысле, когда пойдёшь монтируй. Никогда потом... Мы не... Ты не имеешь права играть, пока я не снимаю. Да ты дурак, мне просто отсюда выбраться надо будет все равно. Выберешься завтра, когда мы... Нет, сегодня надо будет выбраться. Слушай, сегодня тебе в пизде. Ебанись! Так, тихо, я застрял в текстуре. Так, так, я застрял. Если я сейчас прыгну, я могу... Так, надо, значит, влево и в прыжок. Фух! Ой, это было тяжело.
Я мог сейчас скончаться. У тебя есть лава где-нибудь? Конечно, я ее коллекционирую. Всем миску надо пожать, кстати, могу возмутить. Давай. Окей. Вот и желтый паук, на-ра-на-на-ра-на, пришел и булку достал, на-ра-на-на-ра-на. Вот и курица твоя, на-ра-на-на-ра. И... Че ты ржешь? Ты больной. Как это выглядит? Не! Не! Нифига ты мне говно кидаешь. Ты дурак, что ли? У меня больше ничего нет, ладно. Вот и волка тут пришел, на-ра-на-на-ра-на, и осла себе нашел, на-ра-на-на-ра-на. Осла на... Ух ты, ну, да. Что нашел? Хорошо, что ты дом починил, а ты мне сказал, что это там что-то тырит вообще. Он сильно взорвался, можешь сказать, задолбал? Да я уже починил, блин, чуть-чуть там маленький кусочек отвалился, я все починил. Только тут дырка небольшая в земле. Вот это вот, видишь? Сейчас тап нажму, как в портале. Лови меня, что? That was the second series of the sixth season of our Minecraft Adventures in New Style. Да-да. Короче, ставим лайки, ставим, подписываемся, вот. Сделаем, значит, все, чтобы наш канал прорывался в будущее. От вас все зависит, понимаете, меня понимаете. Что? In the future. In the future. Back to the future. Отличный фильм, я хочу сказать. Вот правда, Майкла Джей Фокса жалко, он хороший фильм, да. Они утонули. So, can you tell me what happened with the submarine? Она утонула. Ну так вот. Выключить на этом моменте, я думал, ты догадаешься. Да нет. Не забываем про то, что можно называть сюда друзей. Друзей. Да. Пишите веселые фразочки, мы их ставим в следующей серии, если их будет, будут они. Вот это Рустомчик. Вот. Ну и все, потихонечку так подходим к концу. Расходимся. Чувак-то рэпчик.